Долгожданное открытие нового детского сада стало настоящим новогодним подарком для местного населения. Ведь в микрорайоне в основном проживают молодые семьи с детьми дошкольного возраста. Наш глава узнал об этом и однажды сказал так: «Мы в Лопатино построим самый лучший детский сад». Глава Ленинского городского округа Алексей Спасский, конечно же, не смог пропустить торжественное мероприятие и приехал поздравить воспитанников и педагогов. Детский сад Лопатина это был построен по государственной программе с некоторым опережением сроков тех, которых. И вот не на флажке, не в экстренном порядке, а, как вы смогли сегодня убедиться, абсолютно методично проработан, оснащен полностью и готов принимать мальчишек и девчонок. После символического перерезания ленточки гости отправились на небольшую экскурсию по школьному учреждению. Двухэтажное здание сада площадью почти 300 квадратных метров рассчитано на 8 групп для детей от 2 до 7 лет. Район у нас молодой, у нас очень много молодых семей, и поэтому потребность в детских дошкольных учреждениях очень актуальна. И мы очень благодарны нашей администрации за то, что она предоставила нашим детям возможность вот получить детский сад, оснащенный в соответствии с последними тенденциями. Помещения укомплектованы всем необходимым игровым и учебным оборудованием. Для проведения праздников в учреждении предусмотрен большой музыкальный зал, а чтобы заниматься спортом – физкультурный. Открытие социального объекта – это всегда радостное, долгожданное событие. Ведь мы предоставляем не только путевки для детей, но и рабочие места. И это возможность нашим жителям работать у дома. Алена Рябова, мама воспитанницы нового детского сада 6-летней Виктории, признается, очень довольна, что учреждение находится рядом с домом, и дочка с нетерпением ждала начала занятий. Она очень рада, у нее тем более прям вот год до школы, она сейчас подготовится больше к школе, к первому классу, и она очень рада, она любит с детками общаться, она обожает педагогов, вот, учится хорошо, то есть, ну, воспринимает всю информацию. Я рада, что теперь хожу в садик, я просто не ходила никогда. Стоит отметить, что в этом году в муниципалитете открылись 4 дошкольных учреждения. У нас до конца года еще 5-й детский сад в Южной Битце, 325 мест, и мы уверены, что он будет введен для того, чтобы после Нового года распахнуть свои двери. Ну и следующий год начнем, я думаю, ближе к 8 марта в пригороде Лесное, тоже большой детский сад инвестиционный, будем открывать. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Елена Кошелева, Видное ТВ.